Доброе время суток. Значит, сегодняшний у нас отсчет для City Prime Apartment Hotel Dubai. Это мы, как всегда, начинаем с плана противопожарной безопасности. Сейчас у нас апартмент, как квартира однокомнатная, значит, сейчас у нас получится большой отчет. Это тут снова карточки. Этот апартмент мне очень понравился, отлично. Цена небольшая, ну как небольшая, и по сравнению с другими гостиницами, 200 с чем-то долларов обходится это все за сутки. Ну, за то, что вы имеете квартиру, breakfast включен, бассейн, джим, больше ничего другого нету. Значит, так, поехали. С левой стороны у нас первая дверь, что у нас здесь? Здесь у нас санузел, только лишь туалет с рукомойником, все чистенько, все хорошее. На кухне, что вы обратите внимание, здесь кафель или плитка, как она называется, да. Потом, что здесь у нас направо? Вот у нас здесь кухня. Значит, на кухне здесь есть все. Сейчас перечислять даже не знаю. Плита, ну не такой, говорится, не первой свежести, но есть. Стиральная машинка, тоже не знаю, она нам не понадобится. Тоже, как видно, не свежий, не первой свежести, но есть. Да. Микроволновка. Ух ты, микроволновка с железной этой. Можно разве такое? Я даже не знаю. Тостерница. Ножи. Вытяжка. Так, тут пусто. Здесь что? Здесь тоже пусто. О, что здесь у нас? Наверное, что-то тут хранить. Пусто. Для чего, даже не знаю. Так, тут тоже пусто. Тут тоже пусто. Тут тоже пусто. Холодильник пустой. Тут тоже пусто. А, мусорное ведро. Потом, ага, вот поехали. Здесь уже есть какая-то утварь. И вот еще есть перечисление, наверное, что здесь находится в этой квартире, в bedroom apartment, и что здесь находится. Так, это для кофейные наборы. Кофе, значит, вот здесь было. Кофе, сахар, чай 2 пакетика, стаканчики, кофеварка, вода. Это было здесь. Так, что у нас тут дальше? Кастрюльки, маструльки, сковородки. Потом поехали сверху. Значит, так, принадлежности для столовой принадлежности. Потом открывашка, точилка и что-то еще такое. Так, это снова для приготовления пищи. Что-то еще. Доска для нарезания. Поехали дальше. Это что-то гостевая. Угол. Потом телевизор. Пульт. Мусорное ведро. Телефон. Тут где-то я видел. Тут, ну, короче, тут как гостевая инструкция. Сейчас не буду в детали даваться тут. Что и как. Меню. Салфетки. Пульт. Пепельница, но я, как я знаю, что это пепельница, она у вас здесь есть, что эта комната не для курильщиков, здесь нельзя курить. Стол. И кажется, у нас есть выход на веранду или на террасу. У нас есть выход? Да, у нас есть выход. Вот выход, вот такой у нас вид отсюда. Я даже не знаю, как тут выйти. Как тут выходить? А, во. Во. О, жарко. Сейчас октябрь месяц. 31 октября 2021 год. Вот такой вид у нас. 13 этаж. Бурдж-Халифа. У нас вон там, с той стороне. С наших окон не видно. Поехали дальше.
Так, это значит у нас это вот наша основная комната. Сейчас переходим в спальню. Санузел. Приходя в санузел, вот это первое такое, что увидел вот здесь, видите? For hot water, please switch on and wait 10 minutes before use. Здесь надо подождать. Вот он включается, включается, но чтобы была горячая вода. Сейчас жарко, я не знаю, холодная вода. Достаточно, недостаточно. Значит, что у нас здесь? Душ, ванна. Снова унитаз, биде, туалетная бумага, телефон. Тоже в туалете обязательный атрибут телефон. Зеркало. И всякие тут принадлежности. Vanity kit. Vanity kit. Sanitary bag, но нам не нужен. Мыло. Shower cup для головы. Это третий. Тут как они называются. Блин. Для косметических принадлежностей, короче. Потом что у нас? Шампунь, гель, кондиционер и лосьон для тела. Обратите внимание, что зарядки, точнее не зарядки, розетки здесь не европейские. Но вот здесь можно засунуть европейскую. Так, тоже есть зеркало, полотенце. Это значит сушилка. Тоже есть. Бассейн, короче, входит в стоимость этого номера. Пошли в спальню. Что мы имеем в спальне? Хорошая кровать, честно вам сказать. Хорошие подушечки. Ну, не такие уж. Ну, о, это, вот это отличная. Отличная подушка. Кровать, я тоже думаю, будет хорошая. Так, что у нас здесь? Телефон, блокнотик, карандаш. Вот там, кажется, радио с часами. Выхода нету, но с окон. Но окно открывается. На улице жарко. Вид куда-то на дубайские просторы. Ничего такого. Потом зеркало. Столик, стулик. Что у нас здесь? О, серенький для шитья. А это шуз, этот полиш. Туфли чистить. Телевизор, пульт. Коврик для молитвы. Там этот, как он называется, фен. Так, гардероб. Что у нас в гардеробе? Опа, запасная подушка. Laundry bag, сейф. Сейф, значит, да, работает, наверное. Ага, работает. Так, для laundry bag инструкция есть. Нормально, все, что как полагается. Значит, видео прервалось, пришлось продолжать. Значит, на второе отделение гардероба у нас 9 вешалок, гладильная доска, утюг и весы. Они просто там внутри лежат, потом я их вытащу. Вот такой вот отчет такого вот апартмента. Ну все. По карте я все уже, кажется, рассказал. Нормально, хорошая, но цена большая. Ну, такая вот. Для дубайских цен, наверное, нормальная.